Добрый день, друзья! Меня зовут Елена. Сегодня будем готовить индейку. Очень вкусное, полезное блюдо из индейки. Называется фрикассе. Нарезаем лук тоненькими полукольцами. Лук вот мы нарезали. Немножечко его нужно руками помять, чтобы он у нас распределился на колечки. И измельчаем тоже чеснок. А чеснок либо мелко режем, либо через пресс. И будем сейчас обжаривать лук и чеснок на сливочном масле. У меня масло топленое. Кладем масло на сковороду и лук с чесноком. И обжариваем до золотистого цвета. В это время сварим спагетти. Берем филе индейки, у меня здесь килограмм, и нарезаем тонкими полосками. Индейку нарезали, подсаливаем. Подсаливаю я розовой гималайской солью. Перемешиваем. И обваливаем ее в муке. И кладем нашу индейку к обжаренному луку. Добавляем водички 150 миллилитров. И потушим минут 5-7. Отделяем белок от желтка. Нам нужен только желток. Добавляем мускатный орех, пол чайной ложечки, немножечко соли и сливки 10%, 200 миллилитров. Взбиваем венчиком. У нас, видите, уже соус здесь как бы образовался. Мы теперь его разбавляем сливками, желтком, перемешиваем. Сейчас он у нас еще больше загустеет. Вот посмотрите, какой соус получается густой. Плавает в нем индейка. Добавляем тимьян. Это основные французские травы. Тимьян, розмарин. Ну, сюда я только тимьян кладу. Без розмарина. Для финаль берем сыр с плесенью. Благородный, да. И вот так вот сверху. Посыпаем сыром. Он даст тоже свой вкус благородный. Индейка получится просто вау. Накроем крышечкой на пару минут, пусть все пропитается этими ароматами и трав, и дорблю, и
индейка, соус сливочный. Будет очень вкусно. Паста сварилась. Будем подавать фрикасе с пастой. Ну вот такая подача у нас нашего блюда. Кладем фрикасе на пасту. Вот такой нежнейший соус. Сочная индейка. Пахнет великолепно. Благородный сыр. Супер. Ну вот так быстро, за 15 минут у нас готово блюдо французской кухни. Фрикасе из индейки. Хочется попробовать мне и сказать вам о своих вкусовых ощущениях. Бесподобная индейка. Грудка индейки, она суховата сама по себе. А вот в таком соусе она очень сочная. Очень мягкая, нежная. Это просто восхитительно. Вкуснейший соус. Прекрасный аромат. Блюдо на 10 баллов. Приготовьте такое блюдо. Угощайте своих родных и близких. Радуйте себя вкусной, полезной едой. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, ставьте лайки. Пока-пока.